Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, King on Fire, Енотка, пацаны, девчонки, поздоровайтесь. Всем здорово. Всем привет. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас Сандбокс, будем убегать от монстров Хендерсона. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Будут у нас бегать не NPC, а настоящие игроки. А ну-ка, попробуй ударь меня. Давай сак делаю, чтобы надамажили. Ой, стой. Сейчас у тебя должны доступны быть другие удары, а ну нажми левую или левую кнопку мыши, как стрелять. О, видишь, теперь ты можешь топтать. Так, а, все, мы теперь поняли. Подходишь, он так бьет. А он еще может и кроме этого, вот, руками. Короче, смысл в том, что ты убиваешь с одного раза. Все, мы будем начинать. Можешь пацанов давить. Пацаны, я надеюсь, вы будете хорошо держаться до последнего. Так. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Иди сюда, щенок. Давай, попробуй. Видишь? Пацаны, не получается у него. Главное, что один прыжок, двойной не используете. Блин, это было больно, алло. Это было очень больно. Может, какой-то другого возьмешь? Это какой-то читерский? Да как убегать от тебя, если ты такой читер? А я вот сюда зайду. Ты не можешь зайти сюда. Так нечестно. Мне волшебная кнопочка появилась под названием Control. Отлично, отлично, я сбежал. Да, когда от человека убегаешь, немножко эффект другой. Знаешь почему? Потому что NPC всегда знает, где ты. От тебя можно запрятаться за спиной, за уголком, и ты нас не видишь. Сделал. Так. Вот он ходит, ходит, мочит. Ну это, согласись, очень быстро, да, какой-то аниматроник? Такой получитерский. Быстро не мочи нас. Смотри, как он мой. А какой то кнопка мыши так быстро? Не попадай по мне быстро, попадай медленно. Пацаны, короче, используйте двойной прыжок. В воздухе можно уклоняться. Смотрите. Видите? Не попад. Так я был от тебя 10 тысяч километров. Как ты мог попасть? Это руки. Давай ты попробуешь другого вселиться. Это я удалю, давай я поставлю, в какого вселяться. О, картонный, головой. Колобок. Мне кажется, он медленный. И он не дамажит с одного раза, а дамажит с двух раз. Это уже не так быстро. Бульбазавр, хотел к тебе в тачку сесть. Че, давай ставить, да, тебе? На. Эй, меня NPC мочит. Вселяйся в него быстрей, пока он не уничтожил всех. На счет три начинаю. Раз, два, три. Он тоже, да, быстро, я так понимаю? Это shift. Когда я буду над водой, ты мне ничего не сделаешь. Вот как ты меня убьешь? Я в глубине. Ха-ха-ха, класс. Пацаны, все в воду. Он, когда мы в воде, не может убить. Над водой просто плавайте. Так, выходи оттуда. Да, мне нравится. Кингафара, ну и... Так. А ну, он, чувак на машине. Замочи, кто на машине. Так, а мы понаблюдаем, как его будут убивать. Ого, легче, легче, псих. Да ну смотри. О, два для прикола, знаешь, кому я тебе дам? А ну подходи ко мне. Помнишь, у нас есть такая девочка с ножичком? О, я помню. Вот она, убийца, вселяйся в нее. Она не даст вселиться. Давай, давай, давай. Сделай так, чтобы она стояла на месте, а то я так не могу. Хорошо, давай я сделаю отключить ИИ. Давай я вот ставлю ее, смотри. Вот у нас есть с черными глазами. Ну-ка. Как-то камера у нее. Давай вот эту поставлю. Ну подожди, вот эту попробуй. Ну-ка. Где у нее есть способности? Ну она должна телепортироваться, на NPC может телепортироваться, настоящий игрок нет. Я ну чё? О, ты ко мне телепортировался, как ты это сделал? Я, короче, навел на твой ник, когда он высветился. Потом... Подожди, стой. А ну давай, попробуем. Сдалека. Он высветился. Нажал на ПКМ. А, ты далеко? Но она должна ты через всю карту. Она даже через всю карту могла ТП-то. Вот ты через... Ой. Ты прям тянул чувака сбоку. На тебе по башке. Красиво ты сбил. Она телепортируется к челу, который в радиусе определенном. Да? На. Вот психичка какая-то неадекватная. Вот, ходит.
Так, куда? О, вселился. Ну давай, попробуй нас убить. Она, кстати, намного медленнее бегает. Не можешь убить. Попробуй задави ее, да? На. Это не тут у меня дальше. А, не та? На. Да, вот это вот притягивает. Я, да, тебе с черными глазами дал. Странная очень чувиха. Не, меня так ты не убьешь. Попробуй, замочи. Не подойдешь, я тебя сбью. Да ну. С разгону. Крем, алло, так не понял. А, знаешь, почему ты не можешь убить? Потому что надо вот так сделать. А теперь ты можешь притягивать. Игнорировать игроков, когда. А, да, да. Я же забыл. Вроде вот эти мелочи, но очень влияет. Ну давай, на каком расстоянии? Ага. Я не дамся. Как это работает, это книга? Ну да, оно странно работает как. Вот, убил, хотя я был сзади тебя вообще. А, может она. Когда я на тебя не смотрю, может? Попробуй, типа, подойди ко мне и я отвернусь. Давай я отвернусь. Блин. Нет, не работает почему-то. Нет, есть какой-то радио. Да, она разблизи только бьет. Сдалека не бьет. Ну давай, попробуй убей кого-то, уже без всяких понтов. Вот тот, кто на машине, притяни его. Черепа. Вы пользуетесь прыжком, а он вас ускоряет 30 тысяч раз. Да, ты думал, ты будешь притягивать. Ох ты, ты что сделает? Еще одного сбил. Ты ж своих не мочи. Да я случайно. Хорошо, давайте я другого дам. Челика. На тебе вот этого вот. Быстрее, а то прыжок. Вот, смотри, кто у нас есть. Каменный додик. У него глаза такие. Я его отключил. Давай, вселяйся. Он телепортироваться может. Куда? Стой, давай я еще раз поставлю я его. Я не успеваю. Да он какой-то странный, это челик, на. О, а теперь я включу ИИ ему. А ну давай, попробуй, ты можешь тпхаться по-любому как-то. Так, ПКМ, ЛКМ удар, Р. Не. А ну наведись на меня, если наведешься. Ну тебе он тпхался как-то. Не. Блин, получается. Прицел найти надо. Это сложно. Как-то лупоглаз у тебя. Ладно, давай просто мочи нас. Ага. Так это не работает. Ты что думал? Я спрашиваю, профессиональный игрок. Видишь? Видишь? Никак, просто никак. Если профессионал. Я сделал против тебя 360, и тебя поймал. Видишь? А, можно. Видишь? Мочи так туда в машине. Да не на. Смотри, что я делаю. Просто возле тебя прям прыгаю, а ты меня не можешь убить. Вот блин. Ладно, ладно, повезло в этот раз тебе. Короче, давай будем против тебя ружку использовать, а чё бы и нет. Мочите его все. Так, воду пить. А, когда ты я в воде, ты мне ничего не сделаешь. Ля-ля-ля. Я глубоко. Убил. Вот ты молодец, монетку, читер. Давайте без монетки, да? Да, монетка, она какая-то реально не читерская. Давайте такое, чтобы, типа, трудно было делать. На там тебе вот спать. Этого, кстати. Вот это классный челик. Блин, ну не мочи меня сразу, псих с детства. Нереально, давайте босс-пай сделаем. Не монетки и админ. На, вселяйся в него. Так, теперь я включаю мой искусственный интеллект. Ну все, давайте. Погнали. Против паука. Кстати, очень быстрый паук. Жизнь не отображается у тебя, не? Сожрал меня. Прикольная анимация была. Смотри, как он всех мочит. Бодро. Воду не используйте так. А, Димас его убил. Не помог. О, ты меня с машины высмыкнул, что ли? Это да. Законно? Да. Эй, так нельзя. Извини, обстоятельства. Все, я, пацаны, я валю, я вспомнил, у меня дела. Какая бомба, алло. Где ты?
Я тут за буду выгонять. Я вижу, буль прикольно. Буль воду не использую, говно. А кто там машина? Прощай! Да ну что ж вы под колеса лезете, пацаны? Сюда идти. Я дрифтуна, да, красиво? Да ну что ты за читер? Ты нас постоянно мочишь, просто так. Я так понимаю, у тебя очень много, да, жизней? Ноги скрой. Ой. А смотри, у тебя что, присоски не работают на тебя? Я посмотрю, что будет дальше. Да берите там миниган, а чё вы классические оружия? Хорошо, хорошо, чё ты орёшь сразу? На тебе миниган сейчас. Ой. На тебе, передалово. Ой, чё за штуковина поставил? Орбитальный удар. Нет, не орбитальный удар. Какой орбитальный? Слышь, там бомба катается ядерная, вы видели? По карте, посреди карты, чёрная. Вот она была. Ну, бомба это понятно. У тебя не убило, да? Прием. О, ты живой, что ли? Нет, я сам умер, а это паук сам остался. А, паук? А что его не убило? А, чё? Убил. Убило? Убил. Это бульба убил. Давайте, пацаны, красоту сделаю в конце. Давай. Ставьте NPC-шек. Да, в каких хотите. Так, дыма много, да, что-то? Хотя я чистил карту, и все равно много дыма. Что, поставили? Давайте отключим интеллект. Так. Вот, игнорировать игроков. О, мощь какую-то поставили. Музычка классная. Вот, стоп-сон сразу запилим. Это он такую музыку издает? Раньше вроде никогда не обращал внимания. Не, реально, он начал играть себя, я только его поставил. Или это кто-то там? Нет, он Сунь-Вова поставил. Пацаны, я рекомендую вам отлетать. Если высоко так достанет. А мне кажется, что аниматроник этот бессмертный, вот и поставил, его не убьет. Да. Ого, еще сколько бомб, а чё они не взорвались? Я могу вселиться в аниматроника? Управлять. А, я управляю по-рахитному, не так, как должно быть. Вы видели, как я летал? И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль в ВКонтакте. Ну а всем большое настроение и всем пока!